Еще не Вуман, город Уфа. Почему же юмор так не любят в зале девушки? Почему высокие оценки ставят нам не все члены жюри? Почему все в коротких платьишках на сцене крутим попами? Ответ простой, дорогие зрители. Наверное, потому что у мужиков так чуть-чуть чувства. Они сейчас глядят на нас, и им совсем не грустно. Наверное, потому что у мужиков так чуть-чуть чувства. Они сейчас глядят на нас, и им совсем не грустно. You give me your love. На сцене женская команда «Еще не вумен». Мы те самые обладательницы пушкинских карт. Я, кстати, на нее со своим в театр сходила. Я в музей. А мы на спектакль. А у меня с своим что-то в КБ не проканало. Быть с тобой, быть с тобой. Мы молодая женская команда. Так молодая или женская? Липсихая, липсихая, липси, give me a moment time. Молодая и тупая. Быть с тобой, быть с тобой. Арина, чё ты несёшь? Нам нужно оставаться девочками. Сколько можно? Мне 24. Быть с тобой, быть с тобой. Между прочим, в жюри сидят новые люди. Кто? Валерьян Гагин. Карина, какие новые люди? Он с «Единой России». Ой, они сами там пока разобраться не могут. Быть с тобой, быть с тобой. Девчонки, хотите лайфхак? У нас Самира купила 6 и 7 айфон. Ну в сумме-то 13-й получается. Итак, полуфинал, ожесточенная игра. Мы играем со взрослыми парнями. Но вы не волнуйтесь, я договорилась. Нас никто не тронет. Сколько ж можно уже? Мне 24. Быть с тобой, быть с тобой. Среди вас вообще есть адекватные люди, а? Братишка, я так скучаю по тебе, братишка. Ты что, охренела, что ли? Ты что на сцену вышла? Что за короткая юбка? На, надевай. На, надевай. Нет. Это что такое? На, надевай. Надевай. Нет. Так. Карина, ты что, собралась на сцене сейчас полуголой стоять, что ли? Знакомьтесь, мой старший брат Ильдар. Да, не потеть, кому понял, что старший. Между прочим, заслуженный вебкамщик. А вообще-то каменщик. Ты думаешь, у нас настройки свободного времени нет? Так, Карина, я пришел забирать тебя из КВНа, поехали. Никуда я не пойду. Уходи отсюда, пока ты все окончательно Карина, не испортил. Карина, ты чего? Это звезда пацанок. Давай его оставим. Смотри сама. Яркие, цветастые, круглые, лобастые, добрые, узорные, ложечки отборные. Вы охренели, что ли? Какие пацанки? Так, Карина, я даю тебе последний шанс. Если вы сегодня не проходите финал, я тебя забираю обратно в деревню. Все, я поехал. Такси, такси. А нет, такси дорого. Собаки, собаки. Братишка, я так скучаю по тебе, братишка. Ну и как говорят уфимские девушки возле клуба мечты в 6 утра? Ну ладно, поехали. Сладкие мальчики, мальчики с маником, ночью кидают мне в сторис смайлики. Первый раз это всегда страшно и очень стыдно. Дорогая, ну давай. Ну нет. Ну хватит ломаться, а? Ну ты дурак, что ли? Нет. Ну, Диан, давай, давай. Ну ладно. За Гагина! Потоки ветра, мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Программа «Беременна 16» приехала в цыганский табор. Ну что, кого берем? Так, ты, тебе 16 есть? Ну, есть. Ну, собирайся, поехали. Доченька, не переживай, я скоро вернусь домой. Потоки ветра, мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя.
дорогие друзья, ну и в конце. Мы наткнулись на статью «100 самых красивых политиков города Уфы». И, к сожалению, там не нашли Романа Янгурова. Мы решили исправить это недоразумение и доказать, что Роман Янгуров – самый красивый политик. Под ваши аплодисменты, Роман Янгуров, приглашаем вас на сцену. Роман, все очень просто. Если вам не нравится девушка, вы нажимаете на красную кнопку. Роман, я извиняюсь. Вы чеченец? Тогда не извиняюсь. Роман, в понедельник я сидела ВКонтакте, благо в понедельник я сидела там больше, чем в остальных соцсетях, и наткнулась на вашу запись. А потом наткнулась на эту запись. Если вам Шайхутдинов угрожает, ну вы как-нибудь намекните аккуратно, а? Малолетки разошлись. Рома, Рома, Роман, мужчина всей моей жизни. Роман Олегович, скажите честно, вы детей любите? Значит, и моих троих полюбите. Камиль, Дилара, Марат. Комитет по делам молодежи, понимаете, о чем я? Роман Олегович, помните, вы с проверкой же приезжали к нам в Стерлибашский район, и там еще коров подоили. После вас, если честно, так титьки болят. У коров. Ты что творишь? Роман, извините за это недоразумение, а теперь аккуратно провожай его со сцены. Иди отсюда! Ты чё? Роман Олегович, там грамоты волонтерам надо подписать. Идите, пожалуйста, уже. Идите. Спасибо за помощь. Дорогие друзья, мы играем в официальной лиге первый год. И многие говорят, что мы слишком молоды для того, чтобы играть в финале. Да сколько ж можно уже? Нам 24. С вами была команда КВН «Еще не вумен». Не твоя, вот ты и бесишься.